Когда кумира миллионов в подъезде взяли на прицел, то он 16 миллионов на счете банковском имел. Такие дикие деньжищи, конечно, платятся не зря, ведь труд телезвезды не чище, чем, скажем, труд золотаря. Почистится и сходит в баню наш золотарь, чтоб не смердеть, но всем бубнящим на экране в парной бессмысленно сидеть. Зловоние давно не чует наш золотарь всегда бухой, а души телезвезд врачуют единственно большой деньгой. Телегерой в душе болеет, опять стрекороба наврав. Кто денег для него жалеет, тот, разумеется, не прав. Так думал наш телеведущий, входя в свой чистенький подъезд, не зная, что другой ведущий на нем уже поставил крест. Тот посильнее был ведущий. Программу он такую вел, в которой киллер проклятущий сглотнул слюну и поднял ствол. Но думается мне порою, что киллера не стоит клясть, пальнув душе телегероя, не дал он до конца пропасть. С годами деньги прибывают, но и грехи растут, увы, а рост лишь пули прерывают, лишь пули в область головы.